Ну вот, едем 115-м поездом, едем из Санкт-Петербурга в Адлер, Лазаревская. В прошлый раз я зарекалась от этого поезда, но судьба преподнесла сюрприз и предложила еще раз поехать этим номером 115-м. Это раз очень удачно. Чистый вагон. Вот такие любезные проводники. В туалетах чисто, поезд не пахнет. В общем, прям комфортно. Розетки есть везде. То есть и в так называемых купешках, и боковых полках тоже везде есть. На верхних полках есть разъемы для USB зарядки и нижние розетки. Просто для зарядки с телефонов. Вот, так что комфортно. Комфортно, удобно. Новый состав. Обратно будем ехать в 116-м. По возможности поснимаю. Да кому интересно, возможно, кому-то пригодится. Вот он, чистенький, новенький. На втором этаже. Мы уже, правда, подъезжаем, поэтому немножечко грязновато у нас на столе. Вот боковушечки тоже снабжены. Ну и два санузла, в которых меняется и полотенце всю дорогу есть, и туалетная бумага. Все, в общем-то, комфортно. Туалеты не закрываются. Ну, то есть биотуалеты не закрываются на время стоянки. Работают. Вот. Так что, если кому пригодилась данная информация, буду рада. Спасибо за просмотр. Грешаю, я